Почти 4000 рейсов отменила авиакомпания «Люфтганза» из-за забастовки пилотов. Трехдневная демонстрация может стоить крупнейшему авиаперевозчику Германии кругленькую сумму – до 50 миллионов евро. Список всех отмененных полетов размещен на его официальном сайте. Устроив забастовку, пилоты пытаются добиться улучшения условий выхода на пенсию. В частности, выступают против отмены трудовых контрактов по достижению пенсионного возраста. К слову, это не первая забастовка сотрудников крупнейшей немецкой авиакомпании. 27 марта по этой же причине пришлось отменить еще около 600 внутренних и международных рейсов.